Тем временем во власти снежного циклона сейчас оказались центральные регионы России. На основных магистралях развернуты мобильные пункты обогрева. В городах круглосуточно работает уборочная техника. Из-за резкого повышения температуры в некоторых регионах синоптики обещают ледяной дождь. В российской столице только за сутки выпала почти половина нормы осадков за месяц. Трудности испытывают авиаперевозчики. В аэропортах Москвы было отменено 68 рейсов, около 17 были задержаны. Сейчас обстановка нормализовалась, воздушные гавани работают в штатном режиме. Шторм Даниэла теперь движется на Урал.